Всем привет! Сегодня готовим салатик малахитовая шкатулка. Итак, у меня здесь куриный рулет, либо подойдет куриная грудка копченая. А дальше чесночок я натираю на терочке и вместе с майонезом смазываю первый слой. Далее 3 яйца, натираем их на терке и выкладываем вторым слоем. Этот слой также мы промазываем майонезом. Хорошо разравниваем ложечкой. И теперь добавляем в этот слой киви. Киви очищаем и мелко нарезаем. Все. Вот так вот немножко разложили. На киви корейскую морковку выкладываем. Тоже, если она слегка у вас длинная, то порежьте. Смазываем эти слои майонезом. Хорошо. И сверху натираем плавленый сыр, либо вот такой. Все, салатик готов. Салатик получается очень вкусный и быстро съедается. Всем приятного!